Всем большой привет! Вы на канале Интересные идеи, с вами я, Ира, и сегодня у меня новое видео. Уже прошло половина лета, и я решила, что пора закупаться к школе. И это будет мой первый back to school для 6 класса. Обычно я закупаюсь в канцелярии в разных магазинах. В этот раз я решила начать с Ашана. В этом году я придумала снимать не просто back to school, а в виде челленджей. Сегодня я хочу снять челлендж, например, эстетичная канцелярия. Мне кажется, будет очень классно. В Ашане много канцелярий, и я думаю, то, что мне получится найти то, что я ищу. В других канцелярских магазинах я буду закупаться на другую тему. На какую тему будут следующие челленджи, вы узнаете, если вы подпишетесь на мой канал и нажмете колокольчик. Я уверена, будет очень интересно. Оставайтесь со мной, не переключайтесь. Ну и вот я уже в магазине Ашан. Здесь очень много классных канцелярий. У меня прям глаза разбегаются. Итак, я хочу начать с тонких тетрадей. Их тут огромный выбор. В клетку и в линию. И у них очень классные принты. Но я не забываю про свой челлендж. Мне нужно покупать только эстетичную канцелярию. Я нашла очень классную тетрадку с девочкой. Она, кстати, в линейку, и мне кажется, она подходит под нашу тему. А еще эти крутые тетрадки с фруктами, они мне очень понравились. Очень много принтов, но я хочу найти самую эстетичную и положить ее в корзину. Тут есть такие смешные тетрадки с животными, они в разных позах. Я бы взяла такие, но, к сожалению, они не подходят под мою тему. О, а это уже пошли общие тетради. Интересно, я найду что-нибудь под свою тему? Следующие у нас школьные дневники. Далее у нас идут альбомы. Они все очень милые и красивые. Я очень люблю альбомы, поэтому хочу скупить все. А дальше идет мой любимый стенд. Тут и краски, и блестки, и палитры, и непроливайки, и кисточки, все, что я люблю. Дальше идут папки и обложки на тетради и учебники. Оу, пеналы, интересненько. Я найду что-то для своего челленджа. Следующий стенд у нас со стикерами, закладками и маленькими наклейками. Дальше у нас идет все для чертежа, всякие циркули, наборы линеек и так далее. Дальше идут точилки, ластики и текстовыделитель.
А это я тестирую текстовые делители. Они, кстати, пастельных цветов и достаточно прикольные. А дальше идут простые карандаши. Здесь есть и обычные, и механические, и карандаши со сменным грифелем. А дальше моя любимая часть — это синие ручки. Я их очень долго могу выбирать, потому что мне нравится все. Тут есть и гелевые ручки, и шариковые ручки, и стирающие, и с каким-то брелком, с украшением, с рисунком. Даже есть ручки сквиши, это так круто.